Всім привіт! Сьогодні ми з вами зіграємо в ігру під назвою Quantum Break. Let's do this. Время ідеальний убийця. Время ідеальний убийця. От нього нікому не уйти. Ігрушка дуже борда, блядь. Ход времени нарушился. Возник разлом, ведущий к концу времени. Конец времени, бывает. Задумайтесь. Мы пытались добыть прибор противовес. И заварилась каша. Нас поджидал Пол Сарин. С сверхспособностью. Джек. Как у меня. Ничего не вышло. Джек. Конечно. Мы попрыгали во время. Джек. Эмма. Не поспеваете за мной? Ладно, с чего начнем? Спрашивайте. Давайте сначала. Начнем сначала. Yeah. С вашего прибытия в Риверпортский университет. Я приехал к своему лучшему другу Полу Сарину. Он хотел мне показать, над чем работал. Пол сказал, это изменит мир. С Полом мы поддерживали связь, а с Уиллом не особо. Многое изменилось. Как вы себя при этом чувствовали? В общем, иди во внутренний дворик и направо. Увидишь такое забавное здание. Там свет горит. Это физфак. Я тебя там встречу. Такой долгий путь, чтобы взглянуть на научный проект? Из письма Пола я понял, что у него тяжело на душе. Ему нужен был друг. Я хотел хоть чем-то помочь. Джек Джойс! Собственной персоной. Достопочтенный Пол Сарин. Как жизнь, толстосум? Заткнись и иди сюда. С возвращением. Царак! 6 лет. Я уж думал, ты никогда не вернешься. Да, я тоже. Бе! Что у него... Он сквозь секрет, да? Идем. Нажми вон на тот рычаг с надписью «Хрононапровод». Он активирует ядро. Я проведу диагностику и проверю, все ли стабильно работает. Ёбана, вроде, зараз начнёт себя. Запускаем охрена на провод. Это запускается хрено на провод. Серьёзно? Якую за подсказочку? Ты уверен, что так должно быть? Все показатели стабильные. Что это было? Ядро действует словно мельчайшая вращающаяся черная дыра. Так что при активации возможна небольшая турбулентность. А, черная дыра? А мы вообще что тут испытываем? Скоро узнаешь. Нам нужно повернуть ключи одновременно. Мера предосторожности. Готов? Мы словно ядерную бомбу запускаем. Мы же не ядерную бомбу запускаем, вот верно? Сейчас и узнаем. 3, 2, 1. Go! Черт, Пол! Что? Коридор. Путник входит с одной стороны, проходит сквозь петлю, выходит с другой и переносится в заданное время, оказываясь там, где в тот момент физически расположена машина. Путник? Стоп, стоп, стоп. Это проход для... Ты хочешь зайти в эту штуку? Запомни этот момент. Лол. Пол, что? Как? Что с твари? Это все большая петля, Джек. Я должен войти в машину и отправиться в прошлое в тот момент, когда я вышел из нее, чтобы оказаться здесь. Ты же видел, Джек. Получилось? Но это невозможно. Это буквально невозможно. То есть я даже не могу. Не время останавливаться. Нужно испытать другое направление. Поставь ее на 5 минут в будущее. Бать, ты зараз як поставлю на 2 часа вперед, бать. Время скоро закончится. Бля, смешно звучит, пиздец. Поверь мне. Иначе что? Останови его! Нет, я должен тебе выпустить. Оооо, Ваську. Черт, нет,
нет, нет, нет, о нет! Нет, 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 нет. Нет. No. Время остановилось. Сердце. Замерло. Рука. Quantum Break. Скорее, сюда. Джек, твои руки. Идем, пошли. Нет. Лол. Нео, пау. Прямо лучше меня ладишь. Опа. Пригнись. Черт. Вооружена. Огонь. One, two, three, four. Headshot. На, минус пацан, бат. Зараз буде минус пацан, бат, як Нео. Я Нео? Ты бессмертный, бат. Минус пацан, бат. Какого черта? Хронозрение. Лол. Я прошлое, что ли, вижу? О, черт! До меня дошло. Лол. Я мог остановить время в одной точке. Отвалите! Вы не понимаете! Уилл! Черт! Они же идут оттуда, где я Уилла оставил. Надо бежать к нему. Быстро! Клянусь, если бы его пальцем тронули! Там рей! На, бот! Лол! Ваншот! Добрый день! Вот и... Меняем планы. Хрен а дай, бот. Надо спасать Уилла. Вот и... Здорово, пацаны. Вот и прыжок у времени. Две. Ёп твою! Я Нео! Я Флэш! Я... Граната, бат! Прыжок! Минус пацан моя, бать и мать. Минус пацан, бать. Прием. Уилл. Его увели в библиотеку. Богатый. Мне надо туда и в темпе. Джек, беги! На, бать. Брата, не тронь, урод. Братишка може робити щит. Йой, бой, бати. Йо. Бати. Мінус пацікме. Ти цел? Смотря, що називають цілим. Ти цел. Ти цел. Ну, братишка. Надо що торопиться. Где моя машина? У неё цвет уродский. Возьмём другу. Нет, Джек, в ней... Что у них? Потом обсудим. Что туда? Бах, ты иду до вас-то. Тут иду до вас. О! Минус, пацаны.
На! Топ. Сначала ищем мой чемоданчик, а потом Бет Уайлдер. Зачем? Кто она? Она знает про разлом, и я ей верю. Вол. Пол? Пол, ты что, охренел? Погоди. Шо, братишка? Нихуя! Все же тоже усвоил, рыба.